он напечатал. Ты думаешь, можно отличить больной разум от больной души? Спрашивает из любопытства. У меня было все больное. Каждая клеточка. Но это уже в прошлом. Может, я не вполне здоров, однако, вне всяких сомнений, излечен. Знаешь, а ты меня тронул. Не знаю пока почему, но тронул. Мне пора идти домой. Была рада, что могла написать тебе. Напишу еще, если позволишь. До завтра. Писала его имя и фамилию. Большинство всего оказались ссылки на его статьи, публикации, страницы со списком его работ, своего рода научная автобиография. Имела только один личный акцент. После названия статьи на польском языке мелким шрифтом была написана следующая информация. Эта статья входит в моей магистерской работы. Ни одна моя статья не важна для меня так, как эта. Целиком и полностью посвящаю ее Наталья. Эта фраза, с которой она каждое утро приветствовала его, я мог, я скучала по тебе, всякий раз его трогала. Приветствовала она его так почти каждый день, за исключением субботы и воскресенья. И от того денег, это я мог, я скучала по тебе, звучало как подтверждение, что все продолжается. Потому после 30 января понедельник стал его любимым днем недели. С понедельника по пятницу они разговаривали обо всем. Любая тема, если он обсуждал ее с ней, становилась захватывающей. Любая что-то сообщала о ней. Он включал компьютер. Маленькая желтая карточка сулила конец ожидания. Пожилая дама из очереди побежала следом за ней. Так я впервые столкнулся с Натальей. Наверное, с Натальей.